Так, я сейчас в торговом центре Международная на третьем этаже. Иду в Галламарт. Посмотрим, что там может быть что-нибудь появилось 23 февраля. Как-то так, знаете, вот не знаю. Почему нет еще Смотрите, в товара? Галламарте Вот все, 72 посмотрим. рубля 20 штук. Пометка цветовода с карандашиком. 72 рубля тебе. А, в Фикспрессе 50 рублей. Кстати. Так, этот тараканов муравьев 45 рублей. Это шприц универсальный. В смысле, средство универсальное. Так, перчатки различные. Вот, смотрите, это полотенце из микрофибры. Актив с чехлом. Размер 80 на 130. 419 рублей стоит. Вот. Я уже, конечно, показывала вот это вот, но вот что мне нравится, очень миленько. Стоит, конечно, 152 рубля. По мне тут, ну да, конечно, Фикспрайс нас расслабил, что по мне это красная цена. На 100 рублей, но не 152. За 100 рублей я бы взяла бы. Это именно вот розовеньком цвете. Очень пожаришь. Смотрите, вот аромонабор 209 рублей, апельсиновый цвет. Белый чай. Ой-ой-ой. А, ну вот это я уже видела, фруктовый. Но это немножечко другие наборы. Это вот древесный аромат. Интересно. Так, лен. Белый чай. Тоже древесный, тоже белый чай. 209 рублей. Вот такой я еще не видела. Да, носочки мужские 59 рублей. Так написано мужские. Так, значит, размеры 26 по 28, 80% хлопок, 20% акрил. Ой, такие. Ну, очень много различных количества дизайн. Смотрите, вот бакал, такие бакал, такой стакан светится. Так, он стоит 104 рубля. Вот. Носочки так и есть здесь. Вот я покажу. Секретное оружие, носки мужские. Еще даже вот Мишка появился. Мишки не было. Носочки 146 рублей в баночке. Так, смотрите, какая фоторамка большая. Размер 42 на 26. 341 рубль. Но она еще и тяжелая такая вот. Так, пластик. Написано пластик. Ой, голубенькая. Голубенькая. Аккуратненько. Смотрите, какая прелесть. Вообще здорово. Красота. Ой, смотрите, какие формы для украшения. Выпечка зверя, ружки 9 и 11 сантиметров силикон. Вот. Такие вот. Так, единственные кружки здесь за 156 рублей. Мужики. Если светлый вас пол нет, пейте темное. Но это типа мужские для мужчин. Так, кружка пива. Чаем, кофе, газировка и соками не пачкать. Вот. Так, еще. Также для мужчин. Так, это у нас. А, пятница. Так, еще одна. Мужик всегда прав. Вот. 156 рублей стоит пол-литра. Так, это на что? Нет, видите, тоже губит людей не пиво, губит людей вода. Вот. И последнее, что я тут увидела, это вот такая вот пиват, просто не выговариваю. Пиват, просто не выговариваю. Так, что же я все это точно. Так, еще какие-то кружечки. Пожалуйста. Вот, смотрите. Что такие? Ну, все. Так, какие-то вот эти вот появились.
93 рубля, а те 104 рубля стоят. Так, 72 рубля, вот такие вот след. Это Россия, детка. Вот лопатки кухонные, 39 рублей стоят. Вот такие они толстенькие, из бамбука. Тоже такие, только тоненькие уже совсем. 107 рублей из бамбука. Размер вот это вот 28 на 5 сантиметров. А вот это вот размер, который за 39, 30 сантиметров. Ну, я бамбук не люблю, он все равно так отщепляется. И мы едим вот такие салфетки. Вот древесины. 93 рубля стоит. Вот, смотрите. Такой сиреневый, золотистый. Серый. Это уже другое. Это другая уже салфетка. 59 сантиметров. Ну, они все круглые, которые я вам показывала. Тоже такая и серая. Вот, сейчас. Да, тоже серая. Ну, вот эти как-то вот. Ну, это вкус и цвет, конечно. Так, есть вот такие овальные. Смотрите, тоже. Смотри, как с пимпочками. Капец, нет. Не пойдете. Смотрите, вот такие вот. Так, ой. Гелевые стельки для обуви. Мужские, смягчающие. Размер от 41 до 47. Вот они. Смотрите. Интересно. 209 рублей стоит. Я возьму на пробу. Так, это шапочка. Скажет. Для душа. Шапочка. Да, шапочка. Это одна штука. Да, одна штука 30 рублей стоит. Не. Вот такие вот. 104 рубля стоит. Малиновые. Также, смотрите, полочка для зубных щеток и пасты. Пластик. 17,5 сантиметра на 4,5 сантиметра и 9. Так, паста, сюда всякое вот это. Угу. Интересно. Ну, она как будет крепиться, конечно. Оп, оторвется. Смотрите, под спонжики. Так, заеблено. Вот. $99 стоит. В розовом цвете и голубом. Вот. Смотрите, какой ярче с ушками. 125 рублей стоит. Сейчас покажу. Смотрите, с ушки. 125 рублей. Смотрите, декор, так. Дизайн для ногтей. Баночка, стразы, 12 штук. Перламутровые и разноцветные. Вот. Сейчас покажу. Смотрите, вот такие вот стоят 69 рублей. Тут крупные, повыше тоже. Ну, они как бы такие размеры, но чуть крупновато. Потом есть вот такие вот. А, ну они же деревня. Так, вот такие вот серебряные. Так, и в другом цвете тоже. Все 69 рублей стоит. Вот такие вот. Но это уже мелкие, смотрите. Это уже миленькие такие. Вот. Ну, так вот. Что у нас тут еще такого, может быть, даже интересного вам будет? Так, тени 139 рублей. Такие вот. Пудра 109 рублей. Это, наверное, 169 рублей, да. И всякие различные карандашики. 49 рублей, 44, 59, 99. Ну, мне кажется, здесь 49. Смотрите, здесь форму покупала. А, формочка, говорю. Фоторамка «Любовь» 49 рублей стоит. Вот в красном цвете. Это пластик. И в белом цвете. Такие вот. Смотрите, какая коробочка. 329 рублей стоит. Вот. Такая стильненько симпатичная. Тут я еще кое-что видела интересное. Смотрите, «Любовь» стоит 29 рублей. Вот. Ой. Акция по 6 февраля. О. Так что спешите. Это вот такая вот «Любовь». Там вот это вот. И вот такая вот расцветочка. То есть, ну вот, смотрите. Вот. Аккуратно. Не падать. Падает. Так, и вот такой тоже. Такая коробочка.
сердцем. Вот. Смотрите, 49 рублей стоит. Смотрите, вот такие рамки бело-золотые. Размеры 13 на 18 пластик, 104 рубля стоит. Но смотрите внимательно, если будете брать, здесь вот стекло уже, видите, треснуто. Здесь есть еще в наличии, совершенно нормальные. Так, и вот такое тоже, 79 рублей стоит, 10 на 15, поменьше, белое золото. Вот, обратите внимание. Так, смотрите, какие штанишки, любовь с мишками тут, шмышками, 799 рублей. Excel, это 50-й есть тоже. Вон трусишки, так, слипы, двое трусиков упаковочки. Смотрите, какие. Так, цена 399 рублей. Вот. А, вот это просто розовенький. Ну, почему только розовенький? Почему тоже не симпатичный, как имеет любовь? Так, это у нас майка, футболка 500 рублей. Вот. Да, штанишки это были с Модиса. То я не сказала, показала. Зашла в Модис, но там ничего нового не было, поэтому я быстренько это самое пробежалась, там посмотрела. Сейчас иду в Призму.